Гостевня Брестской детской школы изобразительных искусств имени Александра Алонцева – место для ее воспитанников любимое. Не один десяток лет здесь проводят различные вернисажи и представляют работы юных художников. А еще здесь вручают награды молодым авторам, чьи работы занимают призовые места на различных конкурсах и выставках. Вот и сегодня совместили полезное с приятным. 5 воспитанников Брестской художки отличились на конкурсах графики экслибриса в Чехии и Польше. Одна из них – без 5 минут выпускница Ксения Пряхина, талантливая ученица Геннадия Вяля. Я стараюсь стремиться к лучшему. Когда я узнала то, что я заняла 2-е место, я, конечно, очень обрадовалась, но я сказала то, что я впредь буду занимать только 1-е места. С детства еще любила графику. Я знала, что будем этим заниматься. Ну и вообще, больше меня вдохновил Геннадий Игоревич, потому что он дает действительно отдельные советы. Он очень опытный. Каждый из учащихся Брестской школы изобразительных искусств – это маленькая вселенная. Свои детские мечты и желания воспитанники студии «Юный художник» и учащиеся базовых классов перенесли на бумагу, чтобы стать участниками 9-й рождественской выставки конкурса. Для своих работ, а их представлено порядка 130, молодые таланты использовали все известные художественные техники. Поэтому выставка получилась яркой, сердечной и очень волшебной. На рождественскую выставку все равно находятся каждый раз темы, и мы иногда думаем, что все вот в этом году раз, и вдруг не будет тем. Нет, все равно находятся. Конечно, некоторые немножко, может быть, повторяются только в другом каком-то варианте, но все равно каждый год есть и очень интересные работы, и очень неожиданные, и очень сложные. Ну, есть, конечно, и попроще, то есть дети ведь разные, но все равно в этих работах каждый вот старается показать вот какие-то свои мечты, может быть, немножко, какие-то ожидания свои, что они ждут от праздника. Итоги выставки конкурса жюри подведет уже после Нового года, чтобы в канун Рождества объявить победителей и вручить им награды. Ирина Альшова, Павел Малышонок, Дмитрий Лазарчук, телекомпания «Бок ТВ».